Сотрудники полиции задержали жителя округа за незаконный отстрел лося. В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Тропа-2016» на 5-м километре автодороги Наринмар-Красная сотрудниками полиции были остановлены два снегохода, к одному из которых были прицеплены сани-волокуши, а в них полицейские обнаружили уже разделанную тушу лося. Как полицейским стало известно, житель округа 1977 года рождения в 13 километрах восточнее озера Селиндей Ненецкого автономного округа 30 ноября текущего года при помощи ружья совершил незаконный отстрел одной особи лося. В настоящее время орудие незаконной охоты, это сани-волокуши, два снегохода и ружье, находятся в полиции для проведения проверочных мероприятий. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Стражи порядка предупреждают об уголовной ответственности за незаконный отстрел животных. За данное правонарушение Уголовным кодексом России предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.